Добрый день, уважаемые подписчики, а вернее, добрый вечер. У нас с Матизом все как всегда. Неожиданно случаются всякие неприятности. А вернее, даже не неприятности, а неожиданные вещи. О, так будет, вернее сказано. Лопнул трос сцепления, вернее, даже не сам трос, а сверху бабушка, которая на педаль цепляется. Но так как он постоянно в движении, сделать надо уже вчера. Можно сделать без подъемника, без ямы, без всего. Открываем капот. И снимаю вот этот корпус воздушного фильтра, чтобы удобнее было к тросу подлазить. Так, если что, можно вывернуть колесо. Сейчас возьму фонарик. И сбоку видим наш трос. Вот он вставляется в кольцо и регулируется. Но сверху будет удобнее, поэтому я его сниму. А так колесо повернули и подлезли. Откручиваю корпус. Я его дом труба шаталь. Там гайка снизу. Гайку приваренную, которую квадратную, оторвали. И сейчас я ее ключом на 11 держу снизу. Но походу отломаю просто. Не выкручу, а сломаю. Очень нагрелась, ее закусила и оторвали. Сделаю сейчас здесь, наверное, так же, как с этой стороны. Переделал в свое время. Ставлю болт, зафиксирую через гайку и сверху уже на болт буду одевать. И вот отсюда открывается хороший взор и на крепление кузову, и крепление снизу. Сейчас лампочку повесю. Вот подсветил. Ну и видно, здесь открывается хорошее место. И вот у нас он, где две гайки крепят его к кузову. Сразу откручиваю гайки. Thank you.
Вот что отвалилось. Ухо. Сейчас откручиваю гайку, снимаю ее с вилки, трос, и выдергиваю его в бок. Вернее, не в бок, а взад. А сбоку покажу, как это будет выглядеть. Гайку открутил, сейчас выдергиваю трос назад. Трос выдернул, он просто вставляется вот на резиновой вот этой втулке в упор, ничем не фиксируется, нет у него фиксатора. Здесь обломалось. Берем новый трос. Трос будет фирмы Partsmall, номер для заказа PTC-004, а оригинальный P963-15-242. Трос идет без гайки, поэтому если вдруг гаечку нужно заменить, то надо брать новую. Вот вторая сторона, она на педаль просто одевается. Сейчас я его с этой стороны заведу, оденем на педаль, а потом уже снизу будем прикручивать. Одеваю его сверху. И наживляю гайки. Одну и вторую. Пока не притягиваю, иду в салон. Вот она педаль, и на педали у нас сзади крючок. На этот крючок нам нужно одеть трос. Вот этим ухом. Педаль поднимаем вот так вот. Как раз не мешает. Так, ну-ка, отпусти. Сейчас пружинку оттяну в сторону. Пружину скинул.
Все, трос одеть одел. А теперь завожу на место пружину. Все. Сейчас сбоку покажу. Вот педаль пружины возвращается, вот эта пружина, она вот в этом месте фиксирует трос, чтобы он не соскакивал. Снимаем сначала пружину, а потом одеваем трос и затем одеваем на место пружину. Сложного ничего нет, но помучиться приходится, потому что кверху попой стоишь. Теперь протягиваю трос через вилку и прикручиваю гайку, а потом уже отрегулируем. Гайку я наживил, закручиваю гайки в кузов. Трос установил. Пробую сейчас педальку. Если посмотреть, педалька стоит высоковато. Вот. Педаль стоит выше тормоза. По-хорошему ее нужно ослабить, чтобы она пока стояла на уровне тормоза, чтобы не было перетянуто. Беру, ослабляю. Ослабил немножко. Педаль у меня опустилась. Сейчас завожу. Пока больше ничего не делаю, резинка еще обожмется, тросик еще немножко где-то сыграет, педаль выровняется. А сейчас, пока воздушный фильтр не ставлю, запускаю, пробую выжать и повключать скорость. Все скорости включаются нормально, поэтому больше пока с тросом ничего не делаю, не регулирую. Так оставляю, ставлю на место корпус воздушного фильтра. А, я хотел гайку, болт здесь исправить. Сейчас беру болт.
Втулка металлическая высокая. Сейчас ее маленько подрежу. Втулку подрезал, сделал короче. В гайку будет упираться и будет прижимать все равно. Это промежуточное свободно болтается. Здесь датчик когда-то был, он заглушен, его нет. Так, хомут сейчас закручу. Еще раз смотрю на педаль в салоне. После нескольких нажатий педаль стоит вровень с тормозной, выше не будет. Теперь все нормально, а дальше уже регулировку делать по необходимости. На этом все. Замену троса сцепления я закончил. Всего вам доброго.